В администрации округа отметили День местного самоуправления торжественным собранием, на котором лучших сотрудников наградили благодарственными письмами. Все подробности далее. День местного самоуправления – это праздник совсем молодой для нашего государства. 21 апреля 2013 года был впервые отпразднован День муниципального работника. Указ же о включении этого дня в календарь праздников страны был подписан президентом в июне 2012 года. Но сейчас говорить о самоуправлении, так будем условно, поскольку кто платит, тот и управляет, поскольку бюджет у нас достаточно дотационный, это и кривые деньги, и федеральные, но все равно у нас и неплохие собственные доходы. Мы многие вопросы решаем и решаем их успешно. Это касается благоустройства, касаемо развития социальной сферы. То есть все идет, как говорится, в плановом порядке и достаточно хорошим результатом. Отметим, что на территории Фокино в органах местного самоуправления работают 96 муниципальных служащих, из которых 26 – начальники отделов и управлений. Все они имеют высшее образование, некоторые даже два. Ежегодно в целях определения соответствия занимаемой должности каждый муниципальный служащий проходит аттестацию, регулярно совершенствует свою профессиональную компетенцию на курсах повышения квалификации. Вы, наверное, слышали речь президента касаемо органов местного управления. Ну, каждый должен сделать выводы. Но основное, что я уловил, это, опять же, стать еще ближе к народу. 21 апреля, в День местного самоуправления, 28 человек получили поощрение от главы городского округа за то Фокино в виде грамот и благодарностей. 16 муниципальных служащих получили из рук Александра Баранова грамоты. 12 – благодарности за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие инфраструктуры городского округа, инициативность в решении вопросов местного значения и в связи с празднованием Дня местного самоуправления.